Привет! Специально для интернет-магазина shtaknik.com.ua я хотел бы вас ознакомить с автомобильным держателем для iPad, как второго, третьего, четвертого поколения. Вот. Сам держатель изготовлен из алюминия и пластика. Как вы видите, это сама пластиковая основа, которая держит iPad. Вот в эти защелочки крепится. Крепится сам держатель к подголовнику, а именно к стоечке подголовника, зажимается винтиком, подходит практически к любым подголовникам любой толщины. Если же очень толсто, то сама трубка подголовника, то вы можете убрать эту резиночку. Вот здесь две резиночки есть, дабы уменьшить диаметр трубочки. Сам. В принципе, как бы я думаю, что подойдет даже с резиночкой, поскольку не такие уже толстые в подголовнике трубки во всех автомобилях. Резиночки также служат для того, чтобы зажать как можно сильнее сам держатель, и дабы не царапать саму трубку подголовника, чтобы не видно было, что-либо крепилось. Вот. Сам подголовник, сам держатель имеет несколько вариантов крепления, если так можно назвать, даже не крепления, а позиций айпада. То есть вы можете смотреть так, если вы высокий, либо же вы низкий, и можете смотреть под углом. Можете регулировать вверх, вниз, вправо, влево. Вот. Сама эта конструкция, она, как я сказал, уже пластиковая. Для задней стенки айпада исполнена она. Если кто-то не пользуется пленочкой, то здесь можете не переживать, она не царапает ваш айпад, она не прикасается к пластиковым деталям. А сама эта стеночка сделана из такого силикона, очень приятный на ощупь. И также хотелось добавить, что сами углы, куда крепится iPad, также имеют специальные, сейчас я постараюсь вам показать, вот они, специальные вставочки из силикона, дабы, повторюсь, не царапать, не приносить ущерб вашему любимому гаджету. Вот. Ну, в принципе, я сейчас достаю свой iPad, хочу вам постараюсь, не знаю, как получится одной рукой прикрепить это все, чтобы вы могли больше увидеть, как это можно было сделать. Сейчас, одну минутку, постараюсь. Я просто, все очень просто, вы вставляете в углы. Сюда так. Минутку. Так. Есть. Вот здесь просто нажимаете в углу. Вот. Не бойтесь, ничего не поломаете. Вот она защелкнулась. И точно так же здесь. Нажимаете, все. Ваш iPad надежно закреплен. В самом автомобильном держателе. Очень удобно для тех, кто ездит далекие, дальние поездки, и при этом монотонность езды дает побольше закачать фильмов, музыки. Теперь это не нужно делать, на держать его в руках и смотреть. Вот мой один из любимых фильмов «Джанго освобожденный». Вот. Сам iPad держится надежно. Вы можете его закрепить, опять же таки, как вам удобно, на ваше усмотрение. Благо то, что этот держатель имеет очень много
всяческих позиций для того, чтобы вы могли смотреть и пользоваться iPad'ом. Вот. Ну, к сожалению, сейчас нет возможности продемонстрировать вам в движении, но в дальнейшем, если вы будете следить за нашими обзорами, то попытаемся сделать тест на дорогах наших украинских, как будет вести себя этот держатель. Спасибо за внимание. Просьба оставлять свои пожелания, комментарии к этому видео. И хочу пожелать вам путешествовать подальше и подольше. Всего наилучшего. Пока.